Исторического максимума достигнет объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем в 2022 году. Он составил свыше 23 миллионов тонн. Это на 15% больше, чем в 2021. Об этом сообщает пресс-служба казахстанских железных дорог. Стороны готовы сотрудничать и в вопросе развития международных транспортных коридоров, проходящих через Казахстан. Особое внимание государства уделяют новым проектам. В частности, модернизации участка Тосты-Кмуинты и строительству третьего железнодорожного погранперехода на участке Бахты-Тачен. Напомним, в прошлом году перевозки по коридору Китай-Азия-Европа за месяц увеличились на 218%.